Всем привет! В этом видео я расскажу, кто же такой голдаст и чем он отличается от других йорков. Да-да, голдаст – это один из видов йоркширского терьера, но на данный момент еще очень редкий. У голдастов есть два отличия от классических йорков. Первое отличие – это шерсть. У голдастов она золотая с белым отливом. Второе отличие – это размер. Голдасты более крупные. А в остальном они такие же добрые, игривые, ласковые, дружелюбные, как и классические йорки, и поддержат любую вашу затею. Так что при выборе собаки очень рекомендую обратить внимание на этих белых медвежат.